Еще, может, что-то добавляю, не знаю, я просто вижу, что на поверхность выливает, она принимает вид такого квадрата, и потом его режут, заворачивают. Ну да, мы не можем сделать так, чтобы люди перестали работать с помощниками, и враги этим пользуются, чтобы перепрограммировать. Давай под запись. Подожди, Илья, пожалуйста. Я же не одета. Ты посмотри, я в ночнушке. Ну Да что нормально такое? синее все. Да, но так же Не, не не тляну. видно, Мона, не видно. Все нормально. Итак, посмотри, синему покажи эту ситуацию. Да, видит она эту ситуацию. Пусть мою силу вернет мне либо втор. Либо втор. Это ее все равно нужно очистить. Там идет концентрация, знаешь, вот как эпоксидка, смола и что-то еще мешает для того, чтобы я форму держал. Так и там вижу какой-то, как не знаю, что это, как порошок какой-то. И вот просто сила, она застывает, если у нее такая форма. Потом вырезается, как ящичек. Я понял. Где эта лаборатория находится, которая такое делает? С диагностами пытается их перепрограммировать, с моей силы. Насколько я понимаю, это Израиль. Да, по-моему, вот туда вот. Да, это Израиль. У этих людей, которые они делают, спроси у синего, как они оперируют диагностами? Это только квантовые, либо еще свои силы? Квантовые там, я вижу, как, знаешь, как руки они вставляют какие-то, как манипуляторы такие, как показывают. Ну, вот просто пах подошел, руки вставил через манипулятор. Пытается как какими-то такими, знаешь, маленький-маленький такой пинцет, очень тонкий, не то что маленький, и просто вставляет туда какой-то как лишний знак, лишнее что-то, чтобы они стали потом агрессивными, чтобы реально можно было изменить их настолько, чтобы они не просто вот рядом, как в пространстве висят, очищают, а разрезали, чтобы как-то. Покажи синему, что при изменении кода любого квантового помощника извне они уничтожаются, лопаются. Ты знаешь, да, я это показала синему. Те эксперименты, которые они провели, допустим, над фиолетовым, ну, хорошего результата не принесли. Он просто начал очень сильно жужжать и, ну, не работает. Ни хорошо, ни плохо, ни в плюс, ни в минус. Просто вот вижу, что вращение энергетики идет, вот внутри энергия вращается, и он, как, знаешь, как урчит очень громко, но это неестественно. Но вреда он все равно не приносит, потому что синий вот сейчас запрограммировал, а изначально они были просто так созданы. Это же программка, что они работают только в том ракурсе, чтобы не нанести вред человеку. Да. Если идет какая-то коррекция на то, чтобы вред, они сами по себе распадаются. Да. И пока скажи синему перепрограммировать. Первое, при изменении кода они распадаются, второе, изменение кода одного не влечет изменение кода другого. Ну, то есть в этом случае нету зависимости, что все оранжевые Да. вдруг там или какие-то Да, еще да, да, вдруг. да. Да, я поняла, синему сказала, да, он изменил эту запись. Как прям легчает мне. Хорошо. Покажи, пусть добавит код в мою силу, что при слиянии чего-то моя сила становится все равно под контролем мне и поглощает другие коды. Да, Все хорошо. в гармонии с Тором, чтобы было. Покажи эту лабораторию квантовому синему. Показала. Свести с ума всех, кто там. И теням отдать. Там больше 12 человек. Некоторые даже хотят какой-то научный труд на эту тему писать. Закрытый какой-то проект, да? Показала. Ну, заглавие написать успеют. Вон он. Кинь их в меня. Лави первый пошел. Лично прям. Всем им фиолетовых диагностов. Всех их теням.
Да, улетели. Тени, в смысле, Да, улетели да, вместе да, с да. ними. Судьи туда. Угу. Рыбок, бумерангов, пантерок, всех. Да, хорошо. Да, как почувствовал, надо выдрать. Заказ пришел от известного религиозного эгрегора. Научную лабораторию. Магии не справились. Решили подло взламывать. Как сейчас фиолетовый диагноз, остальные работают нормально? Посмотри сама. Да, работает. Хорошо. Синие диагносты, Дима. Иммун тоже смотри. У них мощность понижена. Да, у них у всех мощность немножко понижена. Они не то, чтобы не работали или чтобы плохо что-то делали. Просто мощности не хватает. Угу. Мощность пытались и мне, и тебе моно понизить. Ну да. Просто чтобы тормозили безбожно. Бусинки. Эти есть. Первые, вторые работают нормально? Да, работают. Золотые диагнозы. Есть, работает, только проверяю эффективность. Угу. Ну, этим все хорошо. Давай по диагностам пройдемся, потом со сферами поговорим. Зеленый диагност. Зеленый прям радует, хорошо вращается и Угу. достаточно быстро, и все хорошо. А вот вокруг оранжевого кто-то как конструкцию какую-то пытается выстроить. Уже не то, что в него какой-то код всовывает, а вокруг него как какую-то оболочку Ограничивает. защиты. Да. Белый. Белый вроде для них недосягаемый. Хорошо, покажи сфере такую ситуацию. Диагноста кого-то ограничивают, чтобы она давала приказ выйти, убежать сразу при возможности. Да, хорошо. И покажи квантовых синих, чтобы сразу им сообщало. Да, хорошо. Зеленая сфера как? Рабочая. Отлично. Спецназ. Да, все хорошо уже. Ниндзя. Угу. Бумеранги. Да. Горны. Ну вот мы смотрели, где у них были забиты сопла. Сейчас уже вижу, что прочищается все, и горный, и труба, все-все. Я проснулся. Да, вытащил. Смотри, как сзади какие-то крючья мне в спину кидают, чтобы дернуть. Кто это? Такой сильный и самоуверенный. Не знаю, самоуверенный или... У них как копья какие-то большие. Угу. Кто это? Квантовые копии. Да, Ученые типа, квантовые я ученые. проверила. Угу. Вот обратно какая-то неразбериха, откуда в Прибалтике квантовые копии. Посмотри, там есть чат.
Цельнозора, где-то в Прибалтике, Литва, Латвия, уже не помню. По квантовым помощникам. Да, туда затесались спецагенты. Там обмениваются помощниками. Они сами не вызывая получили нескольких и что-то с ними тоже делают. И через них как бы на меня. И я же там состою в группе на ВКонтакте, открываюсь. Посмотри, кто это. А это маслончик. Понятно. Внешняя разведка, внутренняя разведка, команда Сорос, там ничего интересного, как обычно. Скажи фиолетовой сфере делать много-много фиолетовых диагностов и вешать буквально на каждого масона Хорошо. и каждого человека. Миллиард. Она вчера вроде начала делать их, да? Да, начала. Сколько сейчас сделано? Около 45 тысяч. Пусть продолжает еще делать. Паучки? Есть. Хорошо. Горны пусть работают на эту лабораторию в Израиле. Все три. Хорошо. Да, работает. Как там дракоши? У этих все хорошо, проверили. На лабораторию. Хорошо. Паучков туда же. Хорошо. Да, рыбки бумеранг уже там. Спецназ туда и ниндзя. Психологов и диверсантов. Ну и квантовым синим. Большой сделать куб, в котором сжечь все на квантовом уровне. Любое сознание. Для этих Да, людей. хорошо. Медузки работают, но как-то неактивно над Израилем. Надо еще активнее пусть. Да, исправили. Ладно, конец записи. Дальше работаем не под запись.